Приветствую вас. Давайте мы с вами начнем разбирать ваш текст. Попробуем понять, что происходит. По крайней мере, расставим все точки над «и». Да, то есть вот распределим. Первое, значит, как я понял, мужчина скрывает от вас общение со своей бывшей женой. Вот. Как я понял, что вы можете позволить себе залезть к нему в телефон, да, то есть вы, ну, я так понимаю, не очень ему доверяете. Ну вот, опять же, могу ошибаться. Значит, и вы ставите условия мужчине, значит, условия для того, чтобы был брак. Вот эти вот, пожалуй, моменты, которые мне бросили в глаза. То есть, то, что мужчина скрывает ребенка от вас, это, конечно, не есть хорошо, но у него для этого есть причины. То есть не ребенка, а бывшую жену, простите, общение с бывшей женой он скрывает от вас. А у него для этого должны быть причины. Вот. И я не очень здесь понимаю, чувствуете ли вы сами, что у него есть причины для этого. То есть, отдаете ли вы себе отчет в том, что без причин мужчина не стал бы скрывать общение с бывшей женой. Вот. Значит, ну и, соответственно, понимаете ли вы, что тот факт, что вы залезли к нему в телефон, да, говорит о том, что у вас нет доверия друг другу. По крайней мере, у вас к нему, да, нет доверия. Вот. И, конечно, мне представляется это, ну, достаточно серьезным моментом, особенно если вы собираетесь создавать брак, да, то есть вы говорите, что планируете свадьбу, вот. Ну, без доверия это, на самом деле, решение очень странно. Именно без доверия. То есть, брак-то надо заключать, наверное, доверяя друг другу, как вы считаете. Вот. Это такой аспект. Далее, вы пишете, что, значит, у вашего мужа есть ребенок 6 лет. Значит, мне кажется, что
вам нужно как-то вот определить, как вы относитесь к ребенку. Есть ребенок от предыдущего брака, который объединяет, да, его, вашего мужчину, вашего жениха, пока назовем его так, вот, и его бывшую жену. Вот. Он объединяет их. То есть, по сути, он, по сути дела, это то общее, что между ними есть, то есть между ним и его женой бывшей. Вот. Насколько вы отдавали себе отчет в том, что ребенок от предыдущего брака это, ну, не просто, это не просто, знаете, как такой факт, да, фактор какой-то. Это именно ребенок, это именно человек, который требует своего, у которого есть свои потребности, за которого мужчина несет ответственность, и эта ответственность может соприкасаться с его бывшей женой. По ряду причин. Вот. Вот насколько вы об всем этом были осведомлены. Да? Значит, дальше. Вы пишете, что он гуляет не только с ребенком, но и с бывшей. Значит, согласен. Неприятная история. Вне всякого сомнения, история очень неприятная. Это так. Но из вашего текста не очень понятно, гуляет ли он с бывшей и ребенком, или он гуляет только с бывшей. Прямо если он гуляет с бывшей и ребенком, то это нормально? Абсолютно. Ребенок может быть хочет, чтобы его родители были вместе. Вот. Ребенок хочет, чтобы его папа и мама, ну, находились рядом с ним. Вот. Это вполне естественное желание для малыша. Вот. Ну а если, соответственно, ребенок не участвует в этих встречах, и ваш жених гуляет только с своей бывшей женой, вот, то мне кажется, что это, конечно, достаточно серьезно. Ну, то есть, по крайней мере, это говорит о том, что у вашего мужчины есть к бывшей какое-то, ну, какое-то желание, влечение, да, то есть не обязательно сексуальное сразу, но вот какое-то, что-то есть. Вот.
Не обязательно это плохо, да, не обязательно это негативно, но тем не менее. Так, значит, вы узнали случайно об этом, увидели совместное фото в кафе. Устроили скандал. Ну вот, понимаете, устроили скандал, да? То есть стали предъявлять претензии мужчине. На каком основании? Вот по факту, что он сделал плохого? Опять же, если он гулял, давайте мы возьмем за основу то, что он гулял все-таки вместе с ребенком и бывшим. Вот что плохого в этом для вас? В том, что он гулял с бывшим ребенком. Понимаете ли вы, что устраивая скандал, вы на самом деле думаете-то о себе. То есть вы свои какие-то интересы преследуете. Вы давите на мужчину. Вы говорите, что нет, ты не должен, я не буду спрашивать тебя, почему ты это делаешь, да? То есть мне неинтересно, чем ты руководствуешься, я считаю, что ты не должен, все. Такой разговор. Хорошо ли это? Для ваших отношений? Нет, я не думаю, что это хорошо для ваших отношений, если честно, да? Почему? Потому что в данном случае вы думаете о себя, не о нем. Мужчина это не может не чувствовать, и ваши отношения, они переходят из разряда, из стадии для тебя, из разряда для тебя, из разряда я, да, для меня и в разряд ты. То есть для меня и ты. То есть из разряда я плюс ты плюс, в разряд я плюс ты минус. То есть ты виноват, ты что-то не так делаешь, ты неправильно поступаешь. На самом деле он поступает так, как не нравится вам. Понимаете? То есть как бы измены? Нет. Поцелуев? Нет. Значит, там время проводит он с вами. Я его не оправдываю, просто хочу, чтобы вы поняли, что вот если вы планируете с ним отношения, если вы планируете с ним семью и брак, то как бы нужно узнавать у человека, значит, чем он руководствуется, что он хочет, что ему нужно, какие цели он преследует, да? Понимаете, в какой момент? А здесь вы, ну вот, на самом деле, поступаете, на мой взгляд, ну, достаточно эгоистично. Это эгоизм. Это ревность? Да, это ревность. А ревность – это неуверенность в себе, страх одиночества, недостаточно чувство значимости, вот, ну и это не про любовь уже сейчас, то есть, вот, то, что вы описываете, да, это не про любовь, это про
какие-то свои потребности, это про свои желания, это про то, чего хочу я за счет, значит, ну, за счет другого человека, за счет моего, значит, близкого, моего любимого. То есть, почему вы устроили скандал? Да, для чего вы устроили скандал? Что вы хотели скандалом этим показать? А чем обусловлен ваш выбор такой модели поведения, да, как скандал? Вот чем обусловлен такой выбор модели поведения? Да? Мне кажется, что это нужно обязательно учесть, если вы хотите, ну вот, как-то ситуацию поправить. Дальше. Он обещал больше не ходить с бывшей. Это было моим условием нашего брака. Не очень понятно. Он обещал больше не ходить с бывшей после вашего скандала? Или как? Вы пишете, что это было на условием вашего брака. То есть вы какие-то условия для брака ставите. Вот, понимаете, это свидетельствует о вашей незащищенности и неуверенности вот в том, что вы позволяете себе, значит, ставить условия для брака и требуете от мужчины какие-то там объяснения и что-то еще. Понимаете, это не про любовь, когда я запрещаю что-то делать своему любимому человеку, да? Я не запрещаю любимому человеку что-либо делать. Я пытаюсь сделать своего любимого человека счастливым. То есть я пытаюсь понять, почему он это делает, и дать ему то, что он хочет. И смотрю, могу ли я это ему дать. Вот в вашем... тексте, да, в вашем письме нет ничего из того, что вы хотите своему любимому человеку дать то, что ему, нужно. Вот. То есть требования, есть какие-то условия, вот. Но нет желания понять его. А на самом деле, как бы, тут все достаточно просто, да, тут на самом деле все достаточно просто. Дальше, значит, условия нашего брака. Понимаете, если взять за основу, то, что отношения, любовные отношения, да, строятся безусловно, то есть, ну, любовь, она же безусловна, да, вот, то довольно странно выглядит тот факт, что вы мужчине ставите условия. То есть это такая позиция, что если ты будешь делать что-то, я тебя приму, да, я выйду за тебя замуж, если, если ты будешь делать что-то, если ты будешь делать так, я скажу. А если ты не будешь делать так, как я скажу, я за тебя замуж не выйду.
Так это манипуляция, знаете, условия, это вот манипуляция, ну, по факту. Любые условия, это манипуляция, то есть делай, как я скажу, и, соответственно, все будет, да, делай, как я скажу, и все будет хорошо. Здесь тоже момент такой. Очевидно, что вас напрягало то, что у него есть бывший, очевидно, что вас пугало это, очевидно, что вы чувствовали себя неуверенно, да, вот, из-за того, что у него, ну, из-за того, что у него есть эта самая бывшая, вот, вы чувствовали себя неуверенно и пытались так защититься условиями. Но, к сожалению, защита условиями – это невротическая защита, это защита через контроль, понимаете? И контроль говорит о том, что через него вы пытаетесь достичь своей безопасности, то есть через безопасность вы достигаете через другого человека, не через себя, не через свои ресурсы, через другого, вот. И здесь, конечно, нужно работать с вами. Насколько вы уверены в себе, насколько вы самодостаточны, насколько вы любите своего, ну, своего жениха, потому что есть некоторые сомнения, вот, когда вы говорите, что я ему ставлю какие-то условия, это вот все-таки сомнения. Ну, не заключаются браки на условиях, понимаете, ну, не заключаются, не получается так это, вот. Почему, я уже объяснил, вот. И вам тоже нужно пересмотреть. Вот, знаете, мне кажется, что вот именно в момент того, значит, когда вы сказали, что планируете свадьбу, мне уже показалось, что здесь как-то что-то не так, как-то что-то нечисто. То есть планирование свадьбы, ну, меня уже это насторожило. Вот. Ну и по поводу того, что вы пишете дальше, что вы залезли в его телефон, да, это тоже момент такой, да, то есть как бы, какое право вы имели это делать, залезать в его телефон, то есть что вас подвигло залезть в его телефон, какие мысли. Вот, далее вы пишете, что они везде вместе, ходят по магазинам и кино, и я не понимаю его, ведь он развелся 5 лет назад, мы с ним живем вместе 3 года, общий ребенок есть, ночует всегда у меня, общение с бывшей тщательно скрывается, как понять его поступки? Знаете, если он гуляет с бывшей, еще раз повторю, один, если он один гуляет с бывшей, то есть без ребенка, значит, у него бывшие чувства, и вам... Как минимум стоит поговорить с ним, и, ну, как бы, вам нужно признаться в том, что вы, значит, залезли в его телефон, там это тоже недоверие, вот, а ему нужно бы не признаться в том, что он это делает, и чтобы он вам объяснил, вот, и он может сказать, что либо мы это проясняем, либо мы не сможем двигаться дальше, в том числе и к нашему браку. Вот. Ну и к вам вопрос, по какой причине вы завели общего ребенка, находясь не в браке. Вот. Вот это вопрос уже к вам, к вашей организации. Тут у меня такое ощущение, что вы, ну, недостаточно отдаете себе отчет в том, что делаете именно вы. То есть у вас... заниженная самооценка, есть какой-то страх, неуверенность в себе, вот такая история. И, возможно, мужчина это чувствует, и по этой причине он как раз и не, уделяет все свое внимание вам, понимаете? Вот.
Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. То есть, вы просите понять его, но его мы не знаем. Мы можем проанализировать то, что написали вы, и поработать с вами, Яна. Потому что третье лицо анализировать через посредника, это, ну, на самом деле, запрещено профессиональной этикой. Можно, конечно, но нежелательно, потому что гадание на кофейной гуще получается, вот, и, соответственно, ничего путного, дельного из этого не выходит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.